В Татарстане будут судить бывшего сотрудника полиции за информирование браконьеров. В отношении экс-командира полицейского катера Рафиса Камалиева возбудили уголовное дело сразу по двум статьям – получение взятки за незаконное действие и превышение должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемый получил от браконьера 15 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, незаконное вознаграждение Камалиев получил за сокрытие фактов нарушения закона и информирование злоумышленников о проводимых рейдах на Волге. В ближайшее время материалы уголовного дела будут рассмотрены в Вахитовском районном суде Казани.